Всем привет! Давно я ничего не записывал, поэтому в дополнение к своему курсу, у меня есть время, хочу поделиться эффективной техникой подготовки к компасу, к интервью, вообще ко всему для того, чтобы убрать прокрастинацию, сфокусироваться и добиться большего результата. Техника называется Pomodoro Technique, right? Придуман одним итальянцем очень давно. Почему помидоры? В общем, те, кто ни разу не готовил или не умеет готовить, и вообще про готовку ничего не хочет знать. В общем, раньше были такие таймеры специальные в форме помидорки, в которых устанавливалось время приготовления определенного блюда. Оттуда и пошло. Поэтому хочу поделиться, она очень эффективна, я до сих пор применяю для того, чтобы прокачать свой личный тайм-менеджмент по разным топикам, но это в первую очередь классно закатить тем, кто готовится к компасу, к интервью, для того, чтобы убрать лишнее на суету, а сфокусироваться на выполнении задания. Так вот, применяя ее и тратя всего 2 часа в день, можно добиться бешеных результатов, пройти компас с первого раза, на что мы и нацеливаемся. И, как я уже сказал, тратя на это всего 2 часа в день. Здесь ничего нет сложного и никаких нет секретов. В общем, открываем поисковик, набираем вот такой сайт, называется promofocus.io. Заходим, и вот она, эта тема есть, Pomodoro Timer, Time to Focus, goddammit. Что он предлагает? Реально наработает его для себя, для вас. Уже сделал небольшие, короче, закладочки. В общем, он предлагает. И я рекомендую тратить по 25 минут, после которого идет 5-минутный перерыв, и после всех циклов, а я рекомендую делать не больше 4 в день, использовать большой перерыв, 15 или полчаса, и все. То есть, например, мы готовимся к компас математика, чисто математика. Открыли сайт Latest Power Jobs, либо как ты готовишься, включили таймер, поехали. Все, фокусируемся, 25 минут долбим только математику. После этого заканчиваем это делать, берем 5 минут перерыв, переходим к следующему, так называемому, помидорке. Следующей помидорке. English speaking. Также 25 минут проработали. Then, orientation. Также 25 минут проработали. Потом слава. Можно любые задания. И это реально здравая рабочая тема, бесплатная от Mentor Kabush. И я от себя еще чуть-чуть добавлю, моя суперская писанина, каллиграфия и так далее. То есть, если мы разбираем, работай по 25 минут, 5 минут перерыва, это первая задача. 25-5, 25-5, 25-5, не больше 4 в день. То есть, на это все про все уходит у вас 2 часа. Полчаса, полчаса, час, полчаса, полчаса, час, 2 часа. Пользуйтесь, готовьтесь, проходите. Всем удачи. It was me. Wake Pilot.